Теперь мы с вами учимся в одной школе. Каждый день встречаемся в школьных коридорах, на ступеньках лестниц, у входа в школу. А сегодня в этом зале большой праздник – посвящение в ученики! Дорогие первоклассники, вам предстоит окунуться в мир знаний и приключений, преодолеть трудности и ощутить вкус победы. Но уже сегодня каждый из вас может с гордостью сказать: «Я школьник!» Итак, начинаем наше путешествие. Страной знаний управляет мудрая королева. Встречайте ее! Ваше Величество, мы рады видеть вас на нашем празднике. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Приветствую вас в стране знаний. Ваше Величество, вы чем-то огорчены? Увы, у нас неприятности. Разбойники украли волшебный сундучок, в котором лежат все мои науки. Как же ребята будут учиться? Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить по душе. Главный сундучок, наверное, там миллион денег. А может там золото? Или драгоценности. Давайте посмотрим, что здесь. Что это? Это школьные учебники. Верните их детям. Хоть они нам и не нужны, но просто так мы вам их не отдадим. Что же делать? Как быть? А может, наши первоклассники смогут вам помочь? Ребята, поможем королеве знаний вернуть волшебный сундучок? Да! Что мы должны сделать, чтобы вы отдали наш сундучок? Совершить чудо. Развеселить нас. Удивить нас. Выучить цифры. Ребята, чудо я беру на себя, а вы должны дружно выполнять все мои приказы. Договорились? Да! Тогда повторяйте за мной. Раз, два, три, книга, оживи. Вместе. Раз, два, три, книга, оживи. Я научу вас читать. Мне сказали, вы очень любите разгадывать загадки. Это правда? Да! А у меня как раз есть волшебный цветок. Он не только красивый, но и загадочный. Видите, на его лепестках выросли загадки. Давайте их отгадаем. Да. Ты же готовы отгадывать загадки? Да! А чего так скромно? Итак, ребята, первая загадка. 33 сестрички, ростом невелички. Если знаешь их секрет, то на все найдешь ответ. Что это, ребята? Зубы. Неправильно. Нет. А кто знает ответ, ребята? Кто знает? Громче. Правильно, ребята. Итак, ребята, вторая загадка. Пишет он, когда диктуют. Он и чертит, и рисует. А сегодня вечерком он раскрасит мне альбом. Что это, ребята? Правильно, ребята. Следующая загадка. Если ей работу дашь, зря трудился карандаш. Что это? Резинка. Правильно, резинка. Резинка. Следующая загадка. То я в клетку, то в линейку. Написать ко мне сумейте. Если можешь и нарисовать, называюсь я... Тигра. Правильно, ребята. И последняя загадка. Новый дом несу в руке, двери дома на замке. Тут жильцы живут бумажные, только все ужасно важные. Что это, ребята? Замки. Это же вы все складываете. И пенал, и тетрадь. Правильно, ребята, все загадки отгадали. Спасибо тебе, Букварь, большое. До свидания, ребята. Пока. Ну что, разбойники, удивили вас, ребята? Откуда они все знали? Так они в школе уже почти месяц учатся. Молодцы, ребята, справились вы с первым заданием. А теперь скажем вместе. Раз, два, три,
физкультура, оживи. Вместе. Раз, два, три. Физкультура, оживи. Всем физкульт привет! Вы знаете, что движение – это здоровье. А оно так нужно нашим ученикам, да и всем остальным людям. На зарядку становись, повторяй движение за нами. Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы, я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе попоем. Солнышко лучи стоит, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Разрабатываем плечи, чтоб в походах было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее. Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Пополам согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не халтурить. В заключение упражнения. Встали тихо на носочки. Тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке. Молодцы! Конец зарядки! Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Молодцы, ребята. Занимайтесь спортом, делайте зарядку, и тогда все олимпийские рекорды будут вам по плечу. Спасибо тебе, физкультура. Фух, устали мы, хотим повеселиться. Чего не сделаешь, чтобы вернуть наш сундучок, правда, ребята? Ребята, давайте немного поиграем с вами. В моей стране есть жители слова, но иногда они путаются. Это и случилось с ними сегодня. Вам необходимо расставить слова по местам. Слушайте меня сейчас внимательно. Огурцы
играют в прятки, малыши растут на грядке, поросята точат шпаги, мушкетеры спят во враге, раки в цирк бегут ватагой, дети дремлют под корягой, волки плавают по дну, щуки воют на луну. Здесь слова расставлены неправильно. Давайте с вами расставим их правильно. Я буду говорить, а вы будете ставить их правильно. Огурцы растут на грядке. Малыши играют в прятки. Поросята спят на грядке. Мушкетеры точат шпаги. Раки дремлют под корягой. Дети в цирк бегут ватагой. Волки воют на луну, щуки плавают по дну. Молодцы! Молодцы! Молодцы растут на грядке, ой, рассмешили у нас ее. А теперь научите нас цифрам. Дети, а на каком уроке мы с вами изучаем цифры? Правильно, тогда повторяйте за мной. Раз, два, три, математика, оживи. Еще раз. Раз, два, три, математика, оживи. Я математика, я королева всех наук. Считать ты можешь про себя и вслух. Я цифры, числа вместе соберу, и попадете вы в волшебную страну. Давайте, ребята, повторим все цифры. Я буду загадывать вам загадки, а вы будете их отгадывать. Первая загадка. Могу назвать его мечом, а хочешь, дыркой назовем, а можно и бубликом, почти что кругленьким. Что это за цифра? Молодцы! Давайте отгадаем следующую загадку. Похожа цифра на гусенка с длинной шеей, тонкой-тонкой. Молодцы какие! А эту цифру отгадайте? Гляди-ка, это цифра стул, который я перевернул. Четыре! Какие молодцы! А эта цифра? Похожа цифра на замочек. Сверху крюк, внизу кружочек. Шесть! Я думаю, эту цифру знают все. Эта цифра так вкусна, из двух бубликов она. Правильно, ребята. Последняя цифра. Цифра словно кочерга, у нее одна нога. Молодцы, все цифры угадали. Спасибо тебе, математика. Ребята, ну я вас хвалю, большие умнички. А вы, разбойники, запомнили цифры? Ну, немного запомнили.